Ничего. Ладно. Какие у нас там проблемы? Дороги. Ой. Да я тут смехту рассыпала. Так, еще что? Низкие пенсии. Какой город такие пенсии? В Копейске живем. Очереди в детских садах. Асфальта нигде нет. Отопления нигде нет. Рабочих мест не хватает. Одна поликлиника на весь город, где работает один врач. Ну терапевт же. Нет. Паркинсонолог. Что вы скажете народу? Ой, да государство не просило вас строить этот город. Добрый день. Девочки, всем привет. Я коуч-поуч, тренер-хренер Анфиса. И я дам вам несколько советов, как вести себя на первом свидании в кафе или ресторане. Первое, жрём как не в себя. Вы же пришли на пустой желудок, вы весь день ничего не ели, чтобы казаться стройнее. Вы это заслужили. И помним, что сейчас популярно all natural, поэтому легкая отрыжка придаст вам естественности. Ножки мы с вами тоже не бреем целый месяц, ведь мы с вами помним All natural, naturalis. И запомните, если мужчина шутит, нужно смеяться. Если вы не любите платья, а предпочитаете топики, то животик должен чуть-чуть выглядывать. Это загадка. И как только увидите бутылку вина, выпустите свою шальную императрицу на волю. Много. Теперь мало. Опять много. И помните, девочки, если вы не будете соблюдать мои советы, то у вас все будет хорошо. Рано и не позвонил. Сейчас открою. Девушка, мне, пожалуйста, к кардиологу. Страховой полис. Мне плохо. Страховой полис. ОМС. Карточка у нас? У вас. Нету у нас вашей карточки. Заведем новую. Все, идите в 13-й кабинет. Там кардиолог? Там терапевт. У терапевта возьмете направление к кардиологу и придете с ним ко мне. Вот. Через 2 недели есть кардиолог. Да мне сейчас нужно. Девушка, всем нужно сейчас. Да ладно, что мы звери, что ли, какие? Завтра на 10 утра. Талончик освободился на завтрак к кардиологу. Здравствуйте, я бы хотела купить квартиру. В ипотеку, кредит, заложить душу, податься в рабство. Хотя это одно и то же на самом деле. Может, есть варианты до 3 миллиона рублей? Да, есть вариант. За МКАДом, конечно. О, а сколько километров? 3000 километров от МКАД. Новосибирске. Я же только оттуда прилетела. А если все-таки в Москве? Так, да, есть однушка, 10 квадратных метров за 50 миллионов рублей. Есть вариант за ваши деньги, но дом будет находиться в лесу. Инфраструктуры нет, магазинов нет. Счастья нет, только тлен бытия. То есть машина нужна будет. Дороги там тоже нет, только тропинка через лес. Есть вариант вложиться в квартиру в центре Москвы за 10 миллионов рублей. В центре? Это дешево. Да, только квартира на стадии задумки. Будущий застройщик еще в школе учится. Но идея уже есть. Что там по Новосибирску-то?
Светочка, вы там что, уснули? Я жду от вас отчет. Привет, замужним. Ой, да замужем, знаешь, вообще хвастаться абсолютно нечем. Ну вот, замужем, да, замужем. Ой, да замужем вообще все то же самое. Вот, знаешь, вот абсолютно все один в один. А муж как? А муж, а для мужа тоже, правда, плачет во сне. Это от счастья. Мне 26 всего, и я тоже думаю, что скоро выйду замуж. На самом деле, с кольцом даже ощущения не те. Я сейчас тебе покажу. Девчонки, что, в клуб тусить? Давайте такси вызывайте, давайте вино бухать надо, давайте, девчонки, поехали, поехали. Так, я засиделась уже с вами. Мне еще в магазин идти, показатели счетчиков еще снимать, еще в ЖЭУ зайти, у нас труба течет. А что, если я старая? Никогда не выйду замуж. Я тоже никогда не выйду замуж. Потому что я уже замужем. Это я, получается? Тоже. Глин-клин согреет, девочки. Глин-клин согреет. А меня? Так, где ручка? Нету. Нету. А. Жень, у меня же скоро день рождения. Только давай ты мне ничего дарить не будешь, ладно? Давай лучше эти деньги куда-нибудь на поездку отложим. Ну, хорошо. Жень? Да? Ты же помнишь, что ты мне на день рождения ничего не даришь? Да помню, я помню. Жень, ну мы давай точно договорились, что ты мне ничего не даришь. Мы лучше эти деньги отложим на поездку. Хорошо, договорились. Ой, подруга, я уже не знаю, как ему сказать. Я уже 10 раз сказала, он же все равно что-нибудь подарит. Но я же его знаю. Жень! Женя! За что еще? Ну ты помнишь, на день рождения ничего не даришь, отложим денежку. Ай, помню я. Женя! Женя! Ты не забыл, что ты мне на день рождения ничего не даришь? Помню. С днем рождения, любимая. А где мой подарок? Ты же просила ничего тебе не дарить. Я же просто сказала, ты мне ничего не подаришь? Девчонки, привет! Как дела? Ой, Свет, дети — это счастье. Я тебе говорю, а двое детей — это двойное счастье. Тань, скажи. Да я тебе сейчас наше фото покажу. Что это? Это наши какашки. Где какашки? Какашата. А сколько тебе полных лет? Да, мне всего 26, я пока не... 26? Извари ее, старородящая. Потом сложнее. А вы пробовали? Может, у вас не получается? Я знаю одну знахарку. Это что, вино? Кто-то сказал вино? Ты этого не сделаешь. Где?